Яхты и чистые пляжи в Махачкале. Все это вполне реально, считает новый глава города Салман Дадаев и министр туризма Дагестана Расул Ибрагимов. Накануне состоялось очередное совещание, посвященное туристическому потенциалу столицы республики. По словам Ибрагимова, имеющиеся причалы пока не совсем подходят, так как в порту стоит множество кораблей, которые находятся там на ремонте. И они будут мешать заходу круизным судам. Сейчас совместно с имущественным комплексом подберем участок именно на том месте, где сейчас пляж не оборудован. Посмотрим, определим в наиболее привлекательном месте, чтобы там было, в принципе, интересно и для, с точки зрения транспортной логистики для наших жителей, и для того, чтобы, возможно, было там организовать именно досуговую часть. В свою очередь, Салман Дадаев для решения обозначенных вопросов предложил создать дорожную карту.